У дитинстві вона мріяла стати актрисою, а свій перший вірш написала у 10 років. Заступником міського голови Харкова Світланою Горбуновою Рубан розмовляла наша журналістка Софія Стопчак про дитинство, улюблену музику та перше кохання. Світлана Олександрівна по своїй природі ви лідер. А какой вы были в детстве, в школьные годы, и кем вы хотели стать? Ну, в детстве я, наверное, тоже была лидером, но мое лидерство, в общем-то, заключалось опять-таки в том, что я все время старалась быть рядом с тем из своих сверстников, кому нужна была моя помощь. Так сложилась моя жизнь, что я дружила с девочкой Ларой, с которой мы жили в одном доме, которая, к сожалению, переболела полимиелитом. А потом я училась в одном классе с Вовкой Синицыным, который передвигался на костылях, так как у него были тоже проблемы с ногами. И мы с ним сидели за одной партой, и я всегда старалась ему чем-то помочь. Я до сих пор поддерживаю отношения с этими людьми. Они выучились. Володя – адвокат, Лариса – инженер. Ну, то есть, как бы, все у них в жизни получилось, несмотря на их трудности. Но, наверное, то, что они были в моем детстве, сыграло определенную роль и на моих таких вот человеческих желаниях. А какая была ваша первая школьная любовь? В четвертом классе я впервые посмотрела фильм «Петр Первый». Это тогда был черно-белый фильм. В роли Петра Первого был артист Симонов. Я влюбилась в Петра Первого. Петровская эпоха меня очень стала интересовать. И, знаешь, так получилось в моей жизни, что когда я поступала в юридический институт и сдавала экзамен по истории, мне попалась Северная война. А это война Петра со шведами. И я ее рассказала преподавателям в таких подробностях, что они даже меня остановили, сказали достаточно, достаточно все в порядке. Сегодня на, на вашем творческом вечере звучит много интересной музыки. А какой ваш любимый композитор классик? Я обожаю Чайковского. У меня был даже такой момент, когда первый концерт Чайковского помог мне готовиться к экзаменам когда я чувствовала, что у меня мозги переполнены информацией, я сдавала госэкзамены тогда в юридическом институте. Я откладывала в сторону книжки, включала первый концерт Чайковского, ложилась на диван, закрывала глаза и полностью его прослушивала. А потом шла и занималась дальше. Специально для программы «Тип-топ новости».